Эдуардо Ди Капуа. О соле мио. Солист по Библию. Дорогие друзья, солист по Библию я. Дело в том, что вы знаете, все-таки я настаиваю на том, что наш коллектив совершенно уникальный. Пусть это будет не скромно, но почему? Не потому, что мы так замечательные. Пожалуйста, не сочтите за нескромность, потому что вы знаете, какой самый редкий голос вообще в природе? Это, конечно, тенор. Вот вы знаете, у нас в хоре поразительная ситуация. У нас очередь из теноров. Вся теноровая партия, вот она сейчас выйдет, выстроится в очередь. Вся теноровая партия – это одни солисты. Вот я думаю, что ни один, наверное, коллектив не может так похвастаться, чтобы вся партия и все сольные голоса. Вот сейчас они там вам продемонстрируют очередь теноров. Проект три тенора, вы знаете. Ну, там четыре баритона, восемь басов. Ну, вот сейчас это уникальный проект. Восемь теноров.